Пора для вечерних развлечений. Колобас. Мы не видели настоящих гостей уже много лет. Может, мы просто воспользуемся вашими телефонами? У нас бензин, дорогая. Людям, вероятно, надо уезжать с самого утра. Тут уютно. Не дайте клопам кусаться. У вас есть мечты? Не хотите выбраться отсюда? Я об этом мало думал. Что-то не так? У меня сложилось впечатление, что нас тут не ждут. Знаете что? Все равно туда пойдете. Это наше дело, не ваше. О, у него дробовик. Мы просто уйдем. Семья? Всегда есть. Они медленные.